Привет, друзья. Вот что это такое, как вы думаете? Что за такое фрукт, кондитерское изделие? Только мы собираемся делать с Валентиной Эдуардовной Киселевой вебинар про похудание или про то, как набрать вес. И тут мой друг Уильям Ламберти, который в московских ресторанах, он такой человек, который итальянскую кухню внедряет, новые рецепты, там это прочее, приносит мне подарок. Я ему говорю: слушай, Уильям, ты меня знаешь столько лет, я такой стройный, раньше был такой полный, а сейчас ты изящный такой, с помощью ключа. Я не ем сладкое, ты мне приносишь какое-то... Он говорит: я своими руками сделал тебе в подарок. Но прежде чем попробовать, я у вас хочу спросить, друзья, как вы думаете, что это такое? Очень интересно. А вообще-то хотите быть изящными, как я, например, энергичными, хотите открыть свои способности, петь, танцевать, диссертации защищать, выступать, снимать лишние напряжения на вебинар 20-го, нет, 20 часов, 19-го сейчас числа. Приходите, до встречи. А Уильяму скажу спасибо. Он говорит: друзья, накорми, если сам не хочешь. Ну да, каждый раз что-нибудь мне подарок приносит. Спасибо, Уильям.